Две коробочки тут. Газонокосилка. Контейнер. Да, визуально там запчасти є, заводить не йде. Сейчас мы зальем масло сюда. 10W30 для 4-тактного двигателя Олеомак. Фирменное, родное. Нам далее прислали другое масло. Вот этот щуп я проверил, там все пусто, без масла. И тут на полоборотика откручивается горловина масляная. Там, наверное, масла не будет. Угу. Масло мы залили 600 миллиграмм. Чтобы оно не поехало.